Берем вот такой пенопласт, обрезаем его по размеру. Теперь берем карандаш и рисуем на нем. После того, как вы все нарисовали, берем зажигалку с турбопламенем и начинаем прижигать этот пеноплекс. После чего берем розовым раствор, 1 цемент и 2 песка и штукатурим на толстый слой. После того, как оштукатурили, берем шпатель и приглаживаем. И тут же наклеиваем стрейч-пленку. Берем нашу фиговину, которую мы изготовили, и прижимаем, и пристукиваем. После того, как штукатурка чуть застыла, берем и снимаем пленку. И в общем получается как-то так. Нет, надо исправить. Берем, что попалось под руку, в данном случае буш шестерку я использовал. И начинаем чертить. И в общем что-то такое вот у нас получается. Классно, я думаю.